Более 7 тысяч паспортов нового образца выдано в Беларуси с 1 сентября. Серьезного ажиотажа при получении документов нет. Службы работают в штатном режиме. Ежедневно поступает около 1000 заявок от граждан республики и иностранцев. Наибольшую активность проявляют жители столицы, а также Минской и Гомельской областей. ВОЗ приостановили процесс одобрения вакцины «Спутник Ви». Во время проверки одной из фабрик обнаружили несоответствие современным нормам производства. К слову, заявка была передана во Всемирную организацию здравоохранения в конце января 2021-го. Сроки регистрации пока неизвестны. По данным ведущего медицинского журнала, эффективность препарата составляет более 91%. БРСМ в этом году трудоустроил более 28 тысяч человек. Среди них 11,5 несовершеннолетние. Создано более 2000 студенческих отрядов. Движение – одно из ведущих направлений Союза. К слову, их масштабный форум завершается сегодня в Минске. Он посвящен Дню народного единства. Злоумышленники в интернете создали поддельную страничку «Беларусьнефти». Через мессенджеры распространяется уведомление, что можно выиграть денежный приз, и предлагается совершить поэтапно несколько действий при условии рассылки сообщения 20 друзьям. Предприятие такую акцию не проводит. Об этом сообщается на его официальном сайте. В Бобруйском районе стартовал второй этап республиканской акции «Забота о безопасности малой родины». Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с гражданами, конкурсы, задействуют как взрослых, так и детей, посещая учебное заведение.